Гуманитарную помощь загружают курсанты Института Федеральной службы исполнения наказаний. Все необходимое бойцам в зоне специальной военной операции собирали по инициативе сотрудников аппарата уполномоченного президента России в Самарской области Ольги Гольцовой. Я считаю, что это абсолютно правильно, поскольку дело не в том, что там ничего нет, там, как многие говорят, там все есть. Но дело в том, что это забота земляков о своих ребятах. В сборе гуманитарного груза приняли участие бизнесмены, предприниматели, общественные организации, а также региональное отделение, офицеры России, боевое братство и Самарский батальон. Традиционно груз формировали, исходя из пожеланий самих бойцов. Мы собрали по их просьбе печки, ватники, теплую одежду, бочки, оргтехнику, очень дорогую оргтехнику по отдельному списку. Поэтому выполнили практически на 90% их пожелания по отдельному списку, который они просили. Символично, что именно сегодня в Самаре сформировали очередной гуманитарный конвой. 12 декабря 2023 года исполняется 30 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. За победу! Ура! Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.